Сегодня субботний день. Мы опять пришли на Мариенплац, чтобы посмотреть ее в дневном виде. Правда, сегодня идет снежок с раннего утра. Но на площади, тем не менее, гуляние. Народ отдыхает. Достаточно тепло, я не знаю, может быть, минус один, может быть, ноль. Снежок. Какой-то праздник местный баварский. А вот это вот Кауфингерштрассе. Такой центральный променад, проход от Карлсплац до Мариенплац. Тут магазины, кафе, рестораны. Симпатичная такая улочка пешеходная. Zum Rathaus, wenn ihr Zeit habt, schaut einmal rein, auf dem einen oder anderen Schreibtisch ist bestimmt ein größerer Aktenstapel. Der federführende Prinz, der kann da bestimmt das eine oder andere abarbeiten. Da legt er lieber Geld in die Kasse, bevor er was arbeitet. Ja, wunderbar. Ja, wir haben heute die Prinzessin da. Also, ich überreiche euch den Schlüssel zu eurer Regentschaft. Wie gesagt, 31 Tage. Regiert mal schön den Münchner Fasching. Ich wünsche euch immer ein treues Publikum, schöne Veranstaltungen. Мы продолжаем прогулку по центру Мюнхена. Такие симпатичные тут домики. Хотя моря тут нет, но кораблики, вот, наверное, купцы добирались. Субботний день, людно. Площадь Карлсплац в Мюнхене. Вот такие прилавки очень популярны в немецких городах. Колбаски жарят, крендели и пиво. Вот так народ подходит. Не так давно мы снимали в Индии, как на улице люди едят. Ну вот примерно тоже и в Германии, правда, очень цивилизованно, все чистенько. А вот в ту сторону Мариенплац мы только что прогулялись по центральной улице.